В этом году было большое количество переходов через ноль. В связи с этим асфальт во многих местах рвало. Мы уже зарегистрировали 172 ямы в наших информационных системах, 141 устранили. Но мы продолжаем и регистрировать их, и устранять. В этом году в капитальном ремонте три улицы. Это улица Рабочая, улица Котовского, по которой мы уже в начале апреля выйдем на работы, как только позволит погода. Также в этом году большая работа по улице Победы и на улице Челомея. Эти две улицы мы сейчас также будем вносить в план этого года по капитальному ремонту. Совместно с правительством Московской области, с Министерством дорожного хозяйства будем по этим улицам также искать финансирование и ставить их в капитальный ремонт, потому что если в прошлом году они были в нормальном состоянии, в нормативном, то сегодня, после вот этих переходов через ноль, конечно, к этим улицам тоже нужно подойти особенно и отремонтировать. У нас работает несколько бригад и на южной, и на северной стороне. Сейчас оперативно устраняют ямы. Сначала устраняем самые нагруженные магистрали, ну и с центральных улиц будем уходить на более второстепенные, там, где меньше нагрузка. Держим это на контроле, чтобы жители это видели, чувствовали.